В Санкт-Петербурге задержан начальник службы материально-технического снабжения метрополитена Денис Руденко и местный бизнесмен Алексей Лазарев. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2015 года Алексей Лазарев заручился поддержкой Дениса Руденко и заключил договор с метрополитеном на выполнение работ по модернизации оборудования подземки. В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию по многократной завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ. В соответствии с условиями договора, петербургский метрополитен перечислил на счет данной коммерческой структуры более 32 миллионов рублей, которые злоумышленники похитили и распорядились по собственному усмотрению. Накануне по месту работы и дома у подозреваемых прошли обыски. Оперативники изъяли документы и цифровые носители, которые могут иметь отношение к уголовному делу, а также нашли более 10 миллионов рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании Руденко и Лазарева, мера пресечения и предъявлении обвинения.